Всех приветствую. Очередной, ну, в общем-то, не очень долгожданный, но выход. Потому что долго ждать не пришлось. Привет. Здорово. Тетя Люба побежала уже. Приехали в старый лес в Подмосковье. Ну, тут да, тут такие березоньки стоят. Вдвоем не обхватишь. На улице льет дождь. Нам на месте не сидится. Под деревьями не сильно заливает. Но, в принципе, достаточно ходибельный. Вон, что-то уже откопали, да? Ладно. Будем посмотреть. Так, не снимали ничего, пока лезли через бурелом и через эти. Здесь овраг совершенно потрясающий. Но там помойки, да. Ключ? 26-й. Покажу. 26-й. Какой-то старый, да? 5 копеек. Такая вот находочка. Очень похоже на старый вот здоровый большой ключ. Как амбарный. 29-й. Или какой там, я не знаю. Так. 30-й. У Сани Советов. Рассыпуха. Ну, это все, ну, 2 хорошо. Копейки. Ну, это... Опять кто-то звонит. А, 26-й, блин. Да. 70-го там, да? 26-го года. Опять не угадали. Что не 27-й? Не 24-й. И у меня копейки серебром. Доставать мне ее лень. Сейчас будем продолжать исследованием заниматься. Забирать. А? Да возьми артефактик, ты что такой? Такого больше не найдешь. Такого больше не найдешь. Сунь в рюкзак. Да, ну лес, конечно, классный. Такие вот деревища, блин, эти выворотни кругом. Ладно. Какой-то сигнал. Так уж, для разнообразия. А ключ здесь был? Ну тут, да? Ключ-то от чего-то. Какая прекрасная полянка. Был бы что-нибудь еще на ней. Да блин, чуть свет. Ну, ткни пином-то. Ща пну, мне только поставить надо, а то он падает. Что-то, наверное... Ну, проволочный. Сказал же проволочный. Чтобы я не нашла проволоку, я и в лесу ее найду. Ладно. Хорошо. Дождь кончился, даже солнце пытается вылезти. Оно вылезло, просто мы в лесу. Ну да, не, а обещали в 12 дождь. А грозу. Грозу. О. У народа передых. Легкий. Как же иногда бывает тоскливо за рулем, блин. Давайте ваше здоровье. Дорогие юные зрители, так делать не надо. Отойдите, пожалуйста, от экрана. Да, отойдите от экрана. Сигнал ЛКСМ. Красенький такой, со звездой. Держи. Прикольно. Шли по дорожке по такой, по лесной. Дуб стоит. Обалденный. И там русалка на ветвях должна сидеть. Не села. Ну не села что-то. Соскальзывает. Не села, да. И это. И клад что-то не закопали под ним. Да, как-то вот так. С этой стороны куда? Слева. Да, такие деревья. Оно мертвое, но... Мертвое, но в нашей памяти... Ну да. Охренительное, да? Для сказки самое оно. Вот такая вот штука. Смотри вон на то. Вообще эти овраги интересные, если честно. Да, тут пустые. Откуда ты знаешь? А вот здесь вот куча железа. Ладно. Если это дыра, то это нора. Если это нора... Опусти его туда. Фу, бля. Там кролик. Не
Конечно. За пальцы цап-цап, блин. Нашел, ёпарство. Да глубокая хрень, прикольная. Вот такие здесь улитки. Что ты там нашла? Здоровую улитку. А? Здоровую улитку. О. Ну, кусает. Жрет сидит? Жрет сидит плечо.